сценарист Mortal Kombat 2 Джереми Слейтер говорит, что творческая команда фильма прислушивается к реакции фанатов на оригинальный фильм для создания сиквела. Сценарист Mortal Kombat 2 Джереми Слейтер говорит, что творческая команда фильма прислушивается к реакции фанатов на оригинальный фильм. Warner Bros. Перезапустила экранизацию культовой видеоигровой франшизы в 2021 году, режиссером выступил Саймон Макуойт. Приняв новый подход, Mortal Kombat сосредоточился на бойце ММА Коул Янге, который выясняет свою тайную родословную. Коул Янг собирает группу элитных бойцов, чтобы защитить Землю от внешнего мира, и в то же время противостоит смертоносному убийце Саб-Зиро. Mortal Kombat вышел одновременно в кинотеатрах и на канале HBO Max в апреле 2021 года. Он заработал 83 миллиона долларов по всему миру, став самой успешной полнометражной игрой HBO Max. После этого успеха студия объявила, что Mortal Kombat 2 находится в разработке, а автор «Лунного рыцаря» Слейтер напишет сценарий. Хотя новый фильм стремился исправить репутацию франшизы, после повсеместно провального фильма Пола Андерсона в фильме Mortal Kombat Annihilation 1997 года, перезагрузка «Смертельной битвы» получила смешанные отзывы, как от фанатов, так и от критиков. Несмотря на похвалы в адрес жестокого экшена и верности фильма исходному материалу, включая воспроизведение некоторых культовых сцен драк, зрители в целом не были впечатлены безрадостностью сценария Mortal Kombat, а также нехаризматичными актерскими работами. Однако в Mortal Kombat 2 планируется решить проблемы оригинального фильма. В новом интервью изданию Discussing Film, Слейтер рассказал, что создатели сиквела обращают внимание на отзывы фанатов о фильме 2021 года. Поскольку сиквел находится на ранних стадиях разработки, команда узнает у зрителей, что получилось, а что нет, в Mortal Kombat, и планирует использовать эти отзывы для создания фильма, который превзойдет оригинал во всех отношениях. Слейтер также утверждает, что у фанатов есть много причин радоваться фильму Mortal Kombat 2. Сиквел Mortal Kombat — это потрясающе, я получаю массу удовольствия, я не могу поделиться какими-либо подробностями. Но мы хотим сделать что-то, что действительно понравится фанатам, и я думаю, что это действительно отличная творческая команда. Они прислушивались к реакции фанатов и знают, что им понравилось в первом фильме, а что нет. Все творчески настроены на то, чтобы сделать сиквел, который превзойдет оригинал во всех отношениях. Мы все еще в процессе, но фанаты должны быть очень взволнованы. Это будет потрясающе. Несмотря на то, что проект Mortal Kombat 2 находится только на ранней стадии, он уже становится захватывающим. В сиквеле появится любимый герой видеоигр и комиксный фольклор Джонни Кейдж. В роли Кейджа заинтересована звезда рестлинга Майк Мизанин, так и мастер боевых искусств актер Скотт Эткинс. Кроме того, новый фильм будет основан на традициях кинематографической вселенной Marvel, но при этом будет более кровавым, причудливым и насыщенным, чем его предшественник. Также планируется в полной мере использовать фаталити Скорпиона, а актриса Сони Блейд надеется, что ее персонаж будет изучен более глубоко после некоторой неудачи в Mortal Kombat. Конечно, поскольку Слейтер только наполовину закончил работу над сценарием, подробностей пока нет, но судя по всему, команда работает над созданием более убедительного и удовлетворительного сиквела. Несмотря на то, что команда активно принимает во внимание реакцию фанатов, для Mortal Kombat 2 это является хорошим предзнаменованием. Они также должны учитывать мнение о новых сюжетных линиях, представленных в сиквеле. В частности, в фильме 2021 года было изменено происхождение Джонни Кейджа, он стал избранным, а не аутсайдером. В сиквеле Кейдж должен будет вновь стать тем самым изгоем и неверующим из оригинальной игры. Многие персонажи и чемпионы также отсутствовали в Mortal Kombat. Однако теперь, когда для Mortal Kombat 2 был обещан турнир, было бы упущением, если бы в сиквеле не появились такие воины, как Катал Хан и Китана. Наконец, поскольку поиски нового режиссера после ухода Саймона Макойда все еще продолжаются, у Mortal Kombat 2 есть возможность нанять режиссера, который действительно любит франшизу и создаст историю, которая будет одновременно увлекательной и точной с точки зрения игры.